Служба семьи Самарской области отмечает 25-летие. Каждый день специалисты этой сферы помогают наладить отношения, найти ребенку родителей и вернуть подростка в семью. Накануне праздника наша съемочная группа отправилась в комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник», чтобы убедиться, из любой трудной жизненной ситуации есть выход, если обратиться по адресу. Отсутствие жилья, насилие в семье, развод – вот основные причины, по которым женщины с детьми попадают сюда. Отделение «Мать и дитя» на базе социально-реабилитационного центра «Подросток» существует уже 8 лет. За это время трудную жизненную ситуацию здесь пережили 143 семьи. В отделении 9 комнат, то есть одновременно мы можем принять 9 семей, а рассчитано на 20 сколько мест. Попадают по направлению, по плановому направлению с прохождением медицинских анализов. На 6 месяцев первоначально рассчитан срок, вот, а потом уже каждый конкретный случай рассматривается уже персонально. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних подросток был открыт в 1993 году. Позднее появились приюты «Ровесник» и «Радуга». 1 июля 2016 года учреждения объединили. Социальную помощь детям, подросткам и их родителям теперь оказывают в комплексном центре социального обслуживания «Ровесник». Сейчас прошло общая оптимизация всех структур, плюс стандартизация общей работы, вот, консолидация всех сил, усилий и кадровых и прочее. Поэтому здесь сейчас вот они объединились и стали комплексным центром социального обслуживания населения «Ровесник». Вывести из трудной жизненной ситуации невозможно собственными силами. То есть комплекс мер направлен на взаимодействие, конечно, с органами опеки и попечительства и с территориальными центрами семьи и помощи детям. Но самое главное, что нужно создать все условия. Сегодня центр «Ровесник» – это 6 отделений. Его специалисты проводят консультации, подбирают индивидуальные программы реабилитации для детей, оказывают помощь в трудоустройстве своих подопечных, помогают восстановить родительские права. Но главная задача – научить самостоятельно решать трудные жизненные ситуации. Юлия Север, Сергей Костин, Новости губернии.